Думська ТВ працює наживо. Говоримо про головне в студії Олександр Новицький. Та Алла Єсіна, доброго дня, але ж не для всіх, тому що саме зараз триває псевдосуд. Насправді поранених українських моряків зараз намагаються якось судити у Криму. І ми дуже ретельно стежимо за цим. Про воєнний стан в 10 областях України будемо говорити саме зараз. До нас долучився Владислав Лікша, юрист. Пане Владиславе, вітаю вас. Здравствуйте. Перш ніж почнемо розмову, нагадаю, що через події в Керченській протоці працює телефон довіри для сімей військовослужбовців ВМС ЗСУ. Незаконно затриманих Росією в Керченській протоці. Це номер телефону 068 814 1904. Давайте так. Які саме наслідки можуть бути з приводу введення цього стану, який ми називаємо воєнний стан? Знаєте, на самом деле последствия могут быть самые разнообразные. Законом предусмотрено, как мы уже с вами знаем, 24 пункта, согласно которых правительство, а именно военные администрации, которые будут сформированы на местах. А вот чи этих, будут они сформированы? По закону обязаны сформировать. А есть еще такая модель, когда руководство облгосадминистрации может взять на себя такие функции. И на самом деле, я, допустим, как юрист, как бы бывший офицер, правоохранитель, я могу прокомментировать, дать свой комментарий произошедшего. Я действительно очень сочувствую тем молодым ребятам, которые оказались в такой вот ситуации. Но если говорить юридическим языком, сейчас в студии хочу показать, я принес постановление Кабинета министра об утверждении порядка проведения обязательной эвакуации отдельных категорий населения в случае введения правового режима военного положения. То есть тут речь идет, я его сегодня кратенько изучил, речь идет в основном об лицах, находящихся в местах лишения свободы, содержащих под стражей. Но интересным является не сам текст этого постановления, номер 934, уважаемым телезрителям будет интересно, а то, когда было принято это постановление. Было оно принято 7 ноября. Я просто анализирую факты. Да, вот 7 ноября 2018 года было принято это постановление, которое к чему-то, скажем так, должно повлечь определенные правовые последствия. Владислава, перерву вас буквально на хвилину. З нами на зв'язку наш кореспондент Дар'я Сметанко. Вона сьогодні спілкувалася з мамою одного з наших військових моряків, який незаконно затриманий на території окупованого Криму. Дашо, поділись своїми емоціями. Що говорила мама, чи має вона зв'язок із сином? Ой, Алло, доброго дня. Ви знаєте, дуже така тривожна була оця зйомка. Серце просто калатало. Знаєте, навіть іноді просто сльози на очах з'являлися, якщо чесно. Я спілкувалася особисто саме з мамою Андрія. Спілкувалася з бабусею та його дівчиною. Вони дуже переживають, знаєте, там емоції просто зашкалюють. Якби вони самі про нього мало що знають. Знають тільки, що він знаходиться у Керчі, у лікарні. Зв'язку з ним як такого немає. Вони усі новини дізнаються от саме з телевізора, з інтернету, якихось ресурсів. Дуже вони переживають з цього приводу, сподіваються на якусь... Вони, як би кажуть, що ніяк не можуть допомогти у цій ситуації. Але все-таки сподіваються, що наш уряд дипломатичним саме шляхом зможе звільнити їх сина. Він наразі знаходиться в лікарні, і я так розумію, як і батьки думають, що якби його судити саме там сьогодні, там через декілька днів не мають. Я так зрозуміла, що є адвокат. Більше нічого не відомо. Все, що ми знаємо, то й вони знають. Все, що ми можемо зробити, ми, це висловити слова підтримки. Дашо, дякую тобі.
тримаємося всі разом. От повернемося до теми обмежень. Да, ограничення можуть бути абсолютно різними. Я все-таки надіюсь... можуть їх запровадити? Можуть запровадити. Чи сразу, як кажуть, одним пакетом, чи це будуть, я не знаю, там, включення, сьогодні це обмежили, завтра це обмежили? Безусловно, изначально должны четко военная администрация дать толкование тех ограничений, которые будут установлены на той или иной территории. Возможно, на определенных территориях ограничения будут введены, исходя из географического расположения той или иной области. А возможно, будут применены общие ограничения, которые будут действовать на всех 10 областных центрах. Ну, мы, конечно, хотим надеяться и надеемся на то, что ограничения не будут касаться запрета на выезд, либо ограничения выезд. Принаймні, про це сьогодні говорять. Да, ну, говорят, во всяком случае, об этом. Что цього не буде. Да, и вот очень такой интересный момент, что все-таки законом не предусмотрено, как же все-таки конечный термин введения этого военного положения. То есть да, мы сегодня, на сегодняшний день имеем 30 дней, однако этот срок может быть пролонгирован, и нет в законе четкого определения, на какой же все-таки период, на какой же срок возможна данная пролонгация. И, ну, это, скажем так, такая правовая коллизия, это немножко упущение тех лиц, которые подготавливали данный нормативно-правовой акт. Кроме того, ну, мы говорим о том, что может быть введен там комендантский час, может быть введена воинская повинность лиц, призывников, которые согласно законодательству действующего подлежат призыву. Яким чином цей призыв может быть реализованный? Хто буде призваний в першу чергу? Чи, я буду казати прямо, дуже багато хто боїться, я прямо да, кажу, да, боїться, я що будуть хапати там на вулицях і там щось там. Ну ви знаєте, як спекулюють на цій темі. Чули, я навіть знаю конкретні примери, як це все відбувається в житті. Дійсно, в конкретне предприятие, учреждение, либо заведение, либо это учебное заведение, может подъехать автобус. Микроавтобус из дельфинария, мы это бачили, да? Да, да, вы это все видели, и конкретные факты. Ну, однозначно уверен в том, что будет проведена полная перепись лиц, подлежащих военнообязанных лиц. Это однозначно. Я могу сказать то, что будет сделано, потому что в свете последних событий военным администрациям, которые начнут действовать с завтрашнего дня, необходима полная картина относительно военнообязанных лиц и кого в случае необходимости возможно будет задействовать. Кроме того, если говорить о тех ограничениях, которых мы можем претерпеть в ближайшее время, это использование недвижимого и движимого имущества граждан, так как граждан, как физических лиц. Это четко прописано в законе, так и предприятий. Але все це може настати, якщо буде Если это все ситуация. Будет четко прописано, нет. Вот мы имеем, согласно закону, 24 пункта. Да? Есть закон, который имеет высшую юридическую силу над иными нормативно-правовыми актами. Да? И вот мы на сегодняшний день будем понимать, что будет прийнято в рамках воєнної руководством там воєнної адміністрації. Ви ж не можуть зазирнути в майбутнє, сказати, що нам там потрібно буде там вилучити у вас там автівку і таким чином. До речі, як механізм вилучення цього майна, рухомого чи нерухомого? Ну, наприклад, є у людини автівка. Яким чином вона передає це на потреби ЗСУ? І яким чином ця автівка буде повернена, і чи буде якісь там відшкодування за її користування або знищення, наприклад? Ну, от як практика показує, є ряд учреждень, які лишили свого недвижимого имущества, тобто автотранспортних средств. Ці автотранспортні средства були изъяты в зону проведення антитеррористической операції. І составляється определенный акт, согласно которого
данные автотранспортные средства изымаются на определенный период. Но, как практика показывает, за них можно забывать. Это только, попрошу, официальные какие-то структуры, або это может быть индивидуально? Нет, ну, естественно, это официальные структуры. Конечно, возможны всякие злоупотребления, но не хотелось бы, конечно, до такого так, доводить. Давайте хвилиночку перервемся, я долучу до нашей... До экономической складовой. Да-да-да, я зараз хочу почути... таку консультацію економіста, якщо в мене є вже така нагода. Михайло Борисов, економіст, долучився до нас. Доброго дня. Добрий день. Пане Борисе, дуже цікаве питання. Як ви вважаєте, чи буде зростати курс інших валют до гривні? І чи інвестиційний клімат буде кращим, чи, наприклад, лякаючим для інвесторів? Ну, введение военного положения никогда нигде в мире, так сказать, инвестиционный климат не улучшало и не улучшит у нас, к сожалению. То есть это лишь такое явление лишь отпугивает инвесторов, как внутренних, так и зарубежных. Что касается роста курса валют, то не только доллар, евро, в общем-то, естественно, что это вызывает панику. Пусть даже на уровне, так сказать, местном, как говорится, не на еще на уровне Национального банка Украины, но курсы валют, ну вот скачки курса валют, естественно, стоит ожидать, и вот панические настроения в этой сфере, в этом плане уже налицо. Ще одне запитання. Як ви вважаєте, наскільки довго буде введений на територію цих 10 областей надзвичайний стан, воєнний стан? Ну, якщо вірити обіцянням президента, то тільки на 30 днів. Вот. А що за ці 30 днів може случиться? Буде знайдено ще якийсь повод для їх продлення? Может случиться все, что угодно. Ну, будем надеяться, что... Кстати говоря, ну вот сейчас не смотрел, но с утра еще текста решения Верховной Рады по данному вопросу в интернете не было. То есть депутаты голосовали с голоса, и они сами не знают, за что они проголосовали на самом деле. Ну, давайте будемо дивитися далі, що ж нам там продемонструють у тексті цього приказу. Дякую. Михайло Борисов, економіст, був з нами телефоном. Повертаємося до студії. Давайте дуже стисло, коротко. Да, стисло основні дуже моменти. Основні моменти, на які ми ще не дивилися. Да, ну, також можна підчеркнути, це контроль над средствами масової інформації, зв'язі. Це контроль чи то обмеження свободи слова? Ну, мы же говорим о том, что у нас все-таки демократия в стране, но все-таки это контроль. Потому что согласно закону именно контроль, да. Кроме того, в том числе, я даже хочу так сказать, что это даже не только там средства массовой информации, но и культурные заведения, то есть театры, кінотеатри, то есть то, через що можна, собственно говоря... Якимось чином впливати на свідомість да, людей. Да, да, да. Ну, кроме того, это запрет деятельности политических партий, которые могут тем или иным способом влиять на конституционный режим нашей страны. Очень интересный пункт, который я вот для себя отметил, это он один из предпоследних в данном законе, и он касается как раз принудительного выселения лиц, являющихся гражданами страны-агрессора, и помещения их, если посмотреть там толкование конкретного этого пункта, специальные... Накопычивачи какие-то, накопыч, да? Да, вот именно накопычивачи, правильно будет сказать. Ну, лично мое мнение, что нам это даст на сегодняшний день? Вот все эти меры, по словам президента, у нас две причины. Первая причина – то, что мы наблюдаем вот на сегодняшний день по всему миру на экране телевидения. Да, это открытое проявление агрессии. А вторая причина – все-таки разведывательные данные, как вчера подчеркнул президент, которые имеются. Ну, это достаточно громкое заявление, как по мне. И вот все-таки непонятно, какая из этих причин. То есть... Начали мы с сюжета, который попал во все средства массовой информации. Еще вопрос, каким образом он попал. И представьте себе, офицер военно-морского флота Российской Федерации. Снимал это видео и выклал его ну, в интернет. Как вариант, как одна из версий.
По какой причине это было сделано? По какой причине суда вышли с Одессы в Мариуполь? Кто давал Перепрошую, пане Володимире, в нас нема зараз часу якось натякати. Скажіть відверто і чесно, ви вважаєте, що це інсценировка? Я не могу так утверждать, но у меня складывается такое впечатление. Знаете, вот в Одессе очень много моряков, и есть такое правило МППСС-72. Это международные правила предупреждения столкновения судов. Есть правило расхождения судов. Да? Вот мы имеем здесь экстренную стрессовую ситуацию, которую имел один из капитанов украинского судна. Перепрошу, про яке там ліворуч бортами розходиться? Да. Про це зараз не йде. Корабель шов умисно на таран. Безусловно, но капитан нашего судна обязан был предпринять все меры к тому, чтобы избежать столкновения. То есть, я лично на этом видео не увидел, что он предпринял. Это мое субъективное. Хто ж намагається вас вдарити, він однозначно вас вдарить, тому що він це запланував. І ви не зможете з ним розійтися. Почули вашу думку. Дякую за те, що долучилися до роботи. Думицької Владислав Лікша, юрист, був нашим гостем. Далі новини від Олени Єремієвої. Потім почнеться програма Саші Корінні. Слово про політику. Вечір на Думській почнеться після 18-ї. Редакція Думської ТВ висловлює підтримку українським військовим морякам.